Ну, скажу так, игра удалась, наверное. Поле тяжелое, знаете, вот мы недавно вышли на траву, только относительно, может быть, какой-то переход тоже сказался. Ну, играли две обе хорошие команды, было много борьбы. Ну, сегодня повезло немножко больше сопернику, чем нам, но мы не сдаемся, идем к своей цели, работаем дальше больше, и все будет хорошо. Мы не подведем руководство болельщиков, поэтому спасибо, что приехали. Много сегодня фанатов, им большое спасибо огромное. Поэтому будем работать, стараться, все впереди. Что не получилось, как ты думаешь, сегодня? Я бы не сказал, что что-то не получилось, то есть мы контролировали мяч, были подходы, моменты, но я же говорю, удача сегодня была, наверное, не на нашей стороне, поэтому ни в коем случае не опускать руки, идем вверх с поднятой головой, дальше больше, как моя любимая фраза. Самый сложный отрезок в сегодняшнем матче? Да, наверное, вся игра, то есть... Психологически нужно быть концентрированным целых 90 минут, поэтому каждая игра, независимо какой соперник, Батэ, либо еще какая-то команда, все 90 минут сложные, надо полностью быть сконцентрированным и держать себя в тонусе каждую минуту, каждую секунду.